30 лет для творческого большого коллектива – это очень значимая веха в жизни. Сколько затрачено творческих и физических усилий, чтобы превратить его в полноценный, профессиональный, достойный восхищения, уважения и любви коллектив. Мы верим в то, что он будет еще долго жить и радовать всех своим высоким искусством. 30 лет – это песня длиною в жизнь. Спетыми песнями мы то вверх, то вниз, городами большими и весями, словно свет земной, будто ангел-хранитель. Ты всегда со мной, мой любимый, преданный свидетель. Ты мне важный сердец, наши песни звучат. Понимаешь, что в музыке прожита целая жизнь. И пускай говорят, что не ту выбираешь дорогу. Занимаясь вершинами самых любимых девчонок. В ритме ваших сердец наши песни звучат. Пролетев сквозь года, поднимаясь небесную пыль. Посвященная 30-летию оркестра. Но прежде чем попрощаться с вами, мы хотим представить всех, кто участвовал в сегодняшнем концерте, выразить благодарность приглашенным артистам, а также нашим уважаемым спонсорам. Итак, юбиляры, заслуженный коллектив, оркестр Главного штаба Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики.